России, Дагестан. Сөйлей маач кала. Таң яхшы болсун, урметли радио тыңлаучулар. Сизин үчүн кумук тилде үрлеген беришлерин башлайбыз. Эфирде Яңылыклар деген баялык программа. Яңылыклар деген баялык программа маач калада Вести каналыны 100.3 FM, Радио России каналыны 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Хасавюрт шаарда 101 FM радио толкунуна жүрүлө. Микрофонун алдына редактор Нүхей Баматова, режиссер Аида Хасанова. Түнөүн эртен саат 11:30 Дербент шаардан 105 чакырым аректе Каспий деңизине 25 чакырым тереллигине 4.7 күчү булан ер тербенүү болгон. Ер тербенүүнүн сестери Дербент ва Дагестанские огни шаарларда да чалынган. Дагыстан Республиканын башчысы Сергей Меликовдун жол башчылыгы булан өткөрүлгөн комиссиянын кеңешинин барышында консолидация бюджетине кайыр бөлүгүн нечик арттырма керектиги хакындагы масала арага салынып ойлошулган. Кеңештин күлүк низамына салынган масалалардын арасына экономиканы яшырткан иш көрүлгөн бөлүгүнү алдын алуу, региондун талапчылык бирлешүүлөрү менен иш көрүү, шулай да налог ва налогда түгүл кайыр акчаларга байлаулуу планнагы тапшырууланы Принятие бюджета в этом году проходит в непростое для страны время, поэтому каждый должен понимать, обращается глава к руководителям районов, что доход бюджета – это главная задача для муниципалитетов. И необходимо знать, какой расход денег на социальные нужды и сопоставить их с доходом. Мы должны понимать, что нам требуется потратить на школы, на садики, на дороги, на мосты. Прежде всего, на социальную сферу, на заработную плату. Что нам нужно потратить? И нужно понимать, а возможно это сделать при тех доходах, которые у нас существуют. Когда глава муниципалитета и любой другой руководитель начнет понимать, что у него доходная часть равна расходной, тогда он будет гораздо легче себя чувствовать. А если у него доходная часть будет преобладать над расходной, ну тогда он вообще кум королю, сват министру. Только не воруй из бюджета, потому что бюджет даден для того, чтобы платить зарплату, обеспечивать сирот, обеспечивать инвалидов, обеспечивать детей. Вот для чего бюджет дан. Доходы от налоговых и неналоговых поступлений в региональном бюджете к 1 октября этого года составляют 38,2 миллиарда рублей. Это на 1 миллиард больше, чем в прошлом году. И говорит о том, что впервые за последние годы плановые задачи выполнены более чем на 90%. Самое низкое исполнение за 9 месяцев этого года по земельному, транспортному и сельскохозяйственному налогам. Перед зональными группами поставлена задача легализовать теневой сектор экономики. ФНС России, Минфин России потенциал нам считает от 9 до 11 миллиардов рублей. Мы не собираем даже 2 миллиарда рублей. Вот это все, что мы из-за вас теряем в федеральном бюджете прямыми дотациями, которые нам дают. Это первое. Второе. Вот эта вся неформальная занятость, которая у вас есть в районах, 18,7 миллиардов рублей собственных доходов мы отдаем в фонд для обслуживания нашего населения. Задумайтесь между этими двумя цифрами. Эти цифры, которые я озвучу, получается все на ваших территориях. Именно задолженность по налогам тормозит развитие социальной сферы, так как бюджет региона социально ориентированный. Долги юридических лиц и предпринимателей 5,7 миллиардов рублей. Законный или, как его называют, белый бизнес все еще не развит в регионе, хотя о такой необходимости с предпринимателями говорят часто. По-настоящему результативной будет ежедневная проводимая на местах работа, направленная не только на легализацию бизнеса, но и на поддержку бизнес-идей населения, сопровождение даже мелкомасштабных инвестиционных проектов. Ведь все средства, вложенные предпринимателями в свое дело, после их обеления становятся реальными инвестициями. В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возможность создания эффективно функционирующей системы, где органы власти всех уровней и ресурсоснабжающие организации будут совместно проводить работу по развитию и поддержке законной предпринимательской деятельности исключительно в рамках правового поля. Ее надо наоборот создать как некий рычаг или некую меру, которая помогла бы нам с вами вместе с правовиками, силовиками снимать проблемные наболевшие вопросы.
Обеление бизнеса идет и в Хасавюрте, где, по словам главы города, заключаются трудовые договоры с продавцами. На городском рынке работают специалисты МФЦ, помогающие предпринимателям становиться на налоговый учет. А это, в свою очередь, те самые деньги, которые идут на благоустройство муниципалитета. Дагыстан республиканы башчысы Сергей Меликов, Россияны гвардиясыны регион управлениясы курулгалы 7 ил таманланаган хас чарада уртакчылык эткен. Чаранын уртакчылары территория управлениянын майданына ээлешкен Горес деген амонну өлгөн кулукчуларынын эстелик ташына гүл байланмар салган ва уланын эстелигине 1 минут шыплык өткөргөн. Сонбуса келген коноктор хас техниканы выставкасына да болгон. Актовый залда Сергей Меликов барда жыйылганларды Росгвардиянын регион управлениясына 7 ыл битегенлик пулан кутлаган ва Украинада жүрүлгөн хастоо операциянын барышына алдынылар болуп ортакчылык этеген дагуулукчуларды отчаттыгын эскерген. За последние годы, которые приходятся на период суровых испытаний, солдаты правопорядка управления по республике Дагестан демонстрируют исключительную стойкость своей ратной службой, доказывая готовность отстаивать мир и покой граждан России. Мне войска национальной гвардии, как и другим военнослужащим, отведена особая роль находиться в походных колоннах в ходе проведения специальной военной операции, бороться с режимом неонацизма, призывающим к физическому уничтожению стариков, женщин, детей, всех тех, кто говорит и думает по-русски. За период специальной военной операции более 100 дагестанских росгвардейцев представлены государственным наградам. К сожалению, 10 из них посмертны. Чараны узата туруп, Росгвардиянын регион управлениясынын кулукчуларын ва дагуулукчуларын саугатлау да өткөрүлгөн. Отчаттык үчүн, жамият низамны болдуруу үчүн, Жуковнун атындагы ва 2-нче даражалуу отчаттык үчүн деген медалланы ведомство ва асыл саугатларын дагуулукчуларга Дагыстандын башчысы Сергей Меликов, Росгвардияны Темиргазы Кавказ округтагы бөлүгүнүн башчысынын заместители Игит Минафов ва Росгвардияны Дагыстандагы управлениясынын начальниги Александр Орехов тапшырган. Дагыстан жылдын акыры болгонча туснактагылар үчүн керектүү жерлердин саноосун арттырмага көз алга туткан. Şu акта Республиканын Укматынын председателинин заместители Ризван Казимахамматовдун юлбашчылыгы менен өткөрүлгөн жыйынын барышында айтылган. Вице-премьер Эскерген Емик Россиянын президенти Владимир Путиндин буйругуна көрө Россияны таксырлаулар күтүүнүн федерал улуунун управлениясынын промышленность идаралары менен бирге Дагыстандын промышленность сатып алуу министрлиги идараларын ва курумдарын өлчөгүнө региондун туснактардагы иш жерлерин жаратмак үчүн актив иш жүрдү. В 2023 году у нас заключено соглашение дополнительным с Минюстом Российской Федерации и нашим УФСИНом еще 500 мест создать в этом году. Пока реально мы видим о создании дополнительно 372 мест. Это с учетом, что в Кизлюрте функционирует у нас изолированный участок на 100 рабочих мест, колонии поселения номер 8. Из этого еще меньше было бы. То есть 525 мест у нас, получается, мы должны создать до конца этого года. Дагыстан буйылда кыш вактыга азырланмак үчүн кошум эсепте федерал бюджеттен 1 миллиард 200 миң манат акча алажак. Соңу Дагыстанга шомуратта Россети деген ачык акционер жамияттан 500 миллионнан артык акча берилежек. Şu акта өзүнүн Telegram каналынан Сергей Меликов билдирген. Кеткен жыл менен теңештиргенде şu акча буйылда 2 кереңге артык. Алдындагы жылдар менен теңештиргенде буса 10 кереңге артык. Соңна регионун башчысы эскерген Эмик 2024-2026 жылларга Дагыстандыктарды токтоосуз энергия күч менен таамин этмек үчүн 9 миллиард манат акча жиберилежек деп каралууда. Семендер, Учкоз, Наушный городок поселогу, Яракскини, Хажиевни, Акушинскини, Ирчи Казакны, Шамильни, Аметхан Султанны атындагы урамланы Вузовское озеро деген микрорайонну, шулайда редукторный ва пятый поселокланы электробайлауларын ремонт ва яңыртмак үчүн кошум акчалар жиберилежек. Яңыртуу иштер октябрдан башлап декабрь айынын акырына эле узатылажак деп мекелештирилген. Шулай улуу өлчөүдө жүрүлгөн иштердин убактысына планлаштырылган топтор кайтаруулар каралууда.
регионы башчысы Шарланы шолай иштеге аңлау булан янашмага чакыра. Дак энергияга Маш қаланы пайлау байлауларын ремонт этмек үчүн акча жактан көмөк болжок. Россиянын энергия байлаулары буса, кыш баштанса, ярыктар сөнөгөн шаарынын микрорайондорунун кулукларын күтөгөн 22 электробайлауларын ремонт иштерин жашоого чыгармага көз алга туткан. Ягарлык вактыга азырлануу көрмөк үчүн иштер жетишмей. Шунун үчүн шаарынын акимдиги стоило снизиться температуре и подняться ветру, как тысячи обращений махачкалинцев на некачественное предоставление коммунальных услуг стали ежедневно поступать на горячую линию городских служб. Проблема энергетики глобальна. Об этом неоднократно заявлял глава региона, в том числе в Совете Федерации. Пауэрсети разработаны, согласованные с Минэнерго России, программы повышения надежности электросетевого комплекса на 2022-2025 год с объемом финансирования 7,7 миллиардов рублей. Также аналогичная программа разработана по городу Махачкале на 4,1 миллиарда рублей. Федеральным бюджетом в 2022-2023 году из этой суммы профинансировано только 1,8 миллиардов рублей. Источники финансирования остальных мероприятий, программ повышения надежности не определены и, соответственно, не реализуются, несмотря на четыре письменных поручения президента Российской Федерации. Ссылки на отсутствие финансирования затрат по Уруссети также реализуют только часть требуемых мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 году. О сложившейся ситуации я вынужден был еще раз, уже пятый раз, доложить президенту страны на президиуме Госсовета в августе этого года. Работа городского оперштаба по подготовке к осенне-зимнему периоду началась с критики в адрес ресурсоснабжающих организаций. Стоило немного снизиться температуре воздуха, а уже целые микрорайоны остались без газоснабжения, что привело к остановке работы котельных, и люди остались еще и без горячего водоснабжения. Немного усилился ветер, и мы наблюдаем массовое отключение электроэнергии, которые тоже привели к остановке котельных и жильцы нескольких многоквартирных домов. Не успела осень вступить в свои права, как начались проблемы. Давления газа нет, электроэнергии тоже недостаточно, потому в столице нет и возможности запустить 5 котельных. Как итог, люди целого ряда домов не получают тепло, а в домах мерзнут дети. Муниципалитет просит принять всевозможные меры, но и сам в рамках своих полномочий готов помочь. Все мы были свидетелями взрыва газа в поселке Семендер, когда люди самовольно подключались к коммунальной услуге после ее отключения. Это к чему привело, вы все прекрасно знаете. Большое счастье, что пострадало только имущество, но не люди. Во избежание повторения таких ситуаций, я и мои коллеги готовы оказать всю помощь, если решение вопроса каким-либо образом зависит от муниципалитета. Такое положение недопустимо и не должно повториться. Махачкалинцы должны получать бесперебойные и качественные коммунальные услуги. Социальные объекты, детские сады, школы, наши объекты должны получать соответственно тепло и горячую воду. Они должны получать. Но старшие поколения, они выдержат как-то. Но дети же, детьми что будем делать? Перебои в поставке ресурсов масштабируются с приходом зимы, и здесь все взаимосвязано. Нет газа, и люди включают электроприборы, а это нагрузка на электросети. Нет энергии, отключаются насосные станции водоснабжения, и тогда не хватает воды для работы котельных. Цепь ведет к отключению тепла, и кольцо снова замыкает повышенное энергопотребление. Вопрос изношенности основных фондов сетей ресурсоснабжающих организаций и решение данной проблемы является ежегодная подготовка и проведение мероприятий по замене ветхих сетей, работы по промывке опрессовки, а также в текущем году ведется и велась работа с проведением работ по ремонту котельных и центральных тепловых пунктов. Запланированные мероприятия по махачкалинским горсетям на сумму 86,6 миллиона, в том числе подрядным способом 11,2 миллиона, практически выполнено на 75,38%. ДАГЭнерго получит финансовую поддержку на ремонт распределительных сетей Махачкалы и силового оборудования. Также Россети планируют отремонтировать в городе 22 линии электропередачи, которые обслуживают проблемные микрорайоны столицы.
Дагыстандын маданиятына ва тилине урметине багышланып, Тил халкына тарихи деген фестиваль өткөрүлген. Фестивальда биюлер, сарынлар, түрлү-түрлү шат чаралар өткөрүлген. Чара Маш каладагы Россия мени тарихим деген тарихиял алуу бауну майданына өткөн. Байрамына республиканын ор оку ожокторунан кайры да Замбиядан, Сириядан, Кыбла, Кореядан ва өзге өлкөлөрдөн келген студенттер да ортакчылык эткен. Концерт башлангычы алда барда жыйылганлар Россия Федерациясынын гимнин жырлаганлар. Жыйылганлар Дагыстандын миллетлери деген видео презентацияга да караган. Мне нравится Махачкала, потому что здесь все люди очень хорошие, хорошее место. Мне понравился этот концерт, потому что я люблю, когда как они танцевают. Мне нравится национальная одежда. Я хочу знать все о культуре Дагестан. Мне понравился концерт, потому что я огромный поклонник танца. И тоже нравится народное насыщение джейчи. И в городе Машашкала мне тоже нравится, потому что очень хороший город и живут хорошие человек. Шуну булан, бүгүнкү яңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.